Так ли страшен тонус матки при беременности, как принято считать? Тонус матки во время беременности по-прежнему воспринимается многими женщинами как серьезная патология, которую непременно нужно лечить. Редко когда беременная не начинает переживать и накручивать себя, услышав такой диагноз в свой адрес. Все ли в порядке с малышом? Действительно ли опасно такое состояние? Ведь в женской консультации женщину наверняка успели напугать самопроизвольным выкидышем или преждевременными родами, которые могут стать следствием тонуса. Между тем, практически 80% случаев пресловутый гипертонус матки не представляет никакой опасности ни для мамы, ни для ребенка. Что такое тонус матки? В международной классификации болезней такого диагноза не существует. Повышенный тонус матки при беременности диагностируют только на постсоветском пространстве. Но ведь матка – орган мышечный, а мышцам свойственно сокращаться. Матка может реагировать на внешние и внутренние раздражители. Происходит это и до беременности, просто тонус ощутить во время вынашивания малыша проще. Матка может сокращаться при чихании или кашле, при ходьбе, половом акте. Тонус может спровоцировать даже датчик УЗИ аппарата, а маме сразу внушат, что с ней что-то не так. Как врачам удается определить тонус матки при беременности? Помимо самого распространенного метода пальпации, они прибегают к УЗИ-диагностике и кардиотокографии, КТГ. Что значит матка в тонусе при беременности? Это состояние, когда мышечные волокна главного женского органа находятся в напряжении. Женщину беспокоит ощущение тяжести внизу живота, пульсация и спазмы. Многие жалуются, что живот на некоторое время становится каменным. Могут наблюдаться тянущие или ноющие боли. Но физиологичные маточные сокращения не должны вызывать беспокойства. Они часто связаны с физической активностью, возникают нерегулярно и проходят в состоянии покоя. С увеличением срока беременности увеличивается и частота сокращений. Подробнее о тонусе в каждом триместре, важно. Если боли внизу живота становятся интенсивными, регулярными, с определенным интервалом, отдают в поясницу или появляются кровянистые выделения, это повод срочно обратиться за медицинской помощью. Причины тонуса матки и симптомы тонуса матки при беременности способны доставлять женщине дискомфорт, и консультация гинеколога в таком случае необходима. Но лучше выявить причины тонуса матки при беременности, потому что гипертонус – это следствие, а развивается, например, на фоне каких-то заболеваний в организме будущей матери. Самые распространенные причины – это хронические очаги воспаления в органах малого таза, аборты, аномалии и пороки развития. Матки, многоплодная беременность, крупный плод или многоводие, которые провоцируют перерастяжение мышц матки, вредные привычки. И отсутствие полноценного сна, заболевания сердца, почек, печени и других органов, эндокринные заболевания, гормональные. Нарушение, депрессия, тревога у женщины, как до беременности, так и во время вынашивания. Важно, тонус матки при второй беременности, наступившей после 30 лет, возникает в несколько раз чаще. По мере увеличения возраста, у женщин, как правило, растет количество гинекологических и сопутствующих заболеваний, абортов, что повышает риск возникновения гипертонуса. Особенно важно, начиная с 30 недель беременности, заниматься подготовкой к родам. Физической и эмоциональной. Пошаговый план подготовки ждет вас в интернет-курсе «5 шагов к успешным родам IGT, как помочь себе в домашних условиях». Наряду с вопросом, как самостоятельно определить тонус матки при беременности, будущие мамы часто интересуются, как помочь самой себе облегчить состояние. Как только вы почувствовали признаки напряжения, сделайте следующее, забудьте про спешку и срочные дела. Остановитесь или присядьте, в зависимости от ситуации. Покой поможет избавиться от неприятных ощущений. Постарайтесь расслабиться, глубоко подышите, прислушиваясь к себе и внутренним ощущениям. Постарайтесь представить, будто на выдохе боль покидает ваше тело. Снимите эмоциональное напряжение, расслабив мышцы лица, шеи. Постарайтесь расслабить рот и горло, считается, что энергетически они связаны с маткой. Дышать при этом следует ртом. Если вы не знаете, как убрать тонус матки при беременности, воспользуйтесь ароматерапией. Эфирные масла бергамота, шалфея, ванили и лаванды помогут расслабиться. Выберите тот аромат, который будет вам по душе. Пусть он всегда будет у вас под рукой.
Смесь из масел можно носить на шее в аромамедальоне. Подробнее об ароматерапии при беременности IGT, подмигивающее лицо. Если есть возможность, примите теплую ванну, приготовьте себе травяной чай из мелиссы и пустырника с медом. Подобные процедуры отлично расслабляют. Можете поглаживать живот и при этом общаться с малышом. Он чувствует ваше напряжение, успокойте его. Если матка в тонусе при беременности, и вы не знаете, что делать, выполните упражнение «Кошка». Стоя на четвереньках, высоко поднимите подбородок, прогнувшись в спине, и недолго оставайтесь в таком положении. Расслабьтесь и повторите еще несколько раз. Можно просто встать на колени, опереться на локти и немного так постоять. После выполнения упражнений лучше полежать и отдохнуть. Как еще можно снять тонус матки при беременности? Лучшее средство от тонуса – это полежать. Лучше всего будет в этот момент посмотреть приятный фильм или послушать музыку. Тонус матки – это временное состояние. Один мудрый врач сказал мне, что не понимает, почему женщине дают отпуск после 30-й недели беременности, ведь первый триместр – тоже очень волнующий период в жизни женщины. Идеально, если в этот период будущую маму окружат заботой, вниманием и оградят от дополнительных волнений. И это будет лучшей профилактикой тонуса матки в первом триместре. Во втором триместре беременности тонус матки появляется от длительной нагрузки, стояния или ходьбы. Старайтесь регулировать нагрузку и делайте ставку на то, что матка увеличивается в размерах, а связки, которые ее поддерживают, не всегда быстро могут адаптироваться к новой нагрузке. Если вам хочется взять свой животик в руки и поддержать его, то стоит на длительные пешие прогулки использовать бандаж. Подробнее о бандаже при беременности IGT в третьем триместре тонус путают с тренировочными схватками. На Западе принято говорить о схватках Брэкстона-Хикса, когда речь идет о безболезненных маточных сокращениях на протяжении всего срока гестации. В акушерской среде даже ходит шутка по этому поводу, что матка, как хороший атлет, должна разогреться перед забегом. Имеется в виду, что подобные ложные схватки – это тренировка матки перед родами. Подробнее о подготовке к родам смотрите в интернет-курсе «Легкие роды», о том, как родить без разрывов и защитить малыша от родовых травм. Основные рекомендации, чтобы уменьшить риск гипертонуса, придерживайтесь нескольких основных рекомендаций: пейте не менее 2,5 литров чистой питьевой воды. Не делайте больших перерывов между приемами пищи. Обращайтесь за помощью к остеопатам. Хороший специалист не только избавит беременную от неприятных ощущений, но и на ранних сроках поможет избежать гипертонуса. Увеличьте в рационе продукты, богатые магнием. Он препятствует мышечным сокращениям. Ешьте зелень, бананы, зеленые овощи, делайте из них смузи и фреши. Полезны также овсяная и гречневая каши, фасоль, миндаль. Смотрите книгу «Секреты правильного питания для будущей мамы IGT, соблюдайте половой покой на время недомогания». Помните, если мама волнуется и переживает, выделяющийся гормон адреналин влияет на сокращение матки, тонус увеличивается. Поэтому не нервничайте, пробуйте творить. Раскраски в стиле «антистресс», в том числе специально для беременных, сейчас на пике популярности. Доказано, что они снижают уровень тревожности и помогают будущим мамам расслабиться. Старайтесь двигаться, ведь гиподинамия отрицательно влияет на моторику кишечника, учащаются запоры. Как следствие, вздутие и боль в животе, которые ошибочно принимают за тонус или угрозу выкидыша. Подробнее о вздутии живота при беременности IGT, с осторожностью относитесь к назначениям врачей. Например, капельницы с магнезией и генипрал, которые обычно назначают женщинам с тонусом, могут в дальнейшем приводить к тому, что матка не может сама сокращаться и уроженицы выявляют слабость родовой деятельности. Но шпа и свечи с папаверином тоже нельзя назвать безобидными спазмолитиками, ведь у них достаточно много побочных действий. И если реальной угрозы прерывания беременности нет, задумайтесь, нужно ли применять все эти препараты для перестраховки. Беременность – прекрасное время. Окружите себя приятными людьми, обеспечьте себе приятные впечатления, балуйте себя, и тогда ничто не омрачит все 9 месяцев радостного ожидания малыша.